Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с чехлом, который предназначен для триммера Philips OneBlade. Но справа располагается другой немножко триммер, который был на моем канале. Это триммер для тела Philips BJ105. Можете ознакомиться все желающие. Но по своей сути практически размеры одинаковые. И сейчас посмотрим, подойдет ли этот триммер к этому чехлу, который предназначен для другого триммера. Все шло у нас из Китая достаточно быстро. В течение 3-4 недель, около месяца максимум. И пришло вот в таком состоянии, как мы видим. Ну, сверху было, как обычно, у нас там белый пакетик с пупыркой. Ну, а внутри находилось следующее изделие. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. И осуществлять примерку, подойдет ли данный триммер к чехлу, который предназначен для другого триммера, хотя и того же производителя, а именно Philips'а. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков, и это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфный Уланзи, что вы сейчас видите перед глазами, поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Уланзи каждому желающему, причем отправлю любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Итак, давайте вскрывать. То есть вот такая вот была сверху пленка. И внутри находится вот такой вот чехол. Достаточно аккуратно сделан. Здесь он даже есть ушко для того, чтобы прицепить ремешок. Надеюсь, он будет внутри. Ну и стандартный у нас здесь идет материал влагозащищенный. Отлично у нас открывается замочек. И внутри здесь вот есть специально выдавленная под объект триммер OneBlade Philips. Ну, а здесь находятся кармашки. Он, кстати, в кармашке есть соответствующий ремешок на руку. Ну и давайте, кстати, сейчас примерим, как он себя ведет, данный ремешок. Ну, немножко что-то кривоватый он здесь. Но все же, ремешок есть, если что, потом можно будет выправить. Ну и как видим, все у нас прекрасно держится. То есть вот такой вот у нас получился чехольчик с ремешком. Ну и давайте осуществим примерку. Удобно, что есть кармашки. Здесь, правда, кармашки предназначены также тоже для насадок. Если бы мы насадку уже видели, когда рассматривали триммер на моем канале. Ну, то есть он удобно там размещается. И ничего с ним не происходит. Ну и здесь есть резинка у нас фиксирующая. Что отсутствовало в чехле, в котором находилась у нас... Ой! Машинка для стрижки волос. Ну, он притык помещается заодно. То есть там у нас ничего не упадает. Все надежно фиксируется и также достается. Закрываем. Ну и либо храним до момента применения, либо использования. Ну, либо как дорожный вариант у вас. То есть, если вы куда-то уезжаете, надолго есть что взять с собой, чтобы ничего не сломалось и функционировало. Вот такой вот у нас чехол. Все отличного качества. Здесь он какой-то фланелевая подкладка, мягкая. Все умещается надежно и сохранно все будет. Да, у Блейда там есть еще зарядка, то есть еще сюда зарядку можно поместить. Кстати, может быть, картинку уже предоставил вашему вниманию, что из себя представляет триммер OneBlade. We'll be right back.
Итак, я вам продемонстрировал чехол, который подходит не только к назначению к триммеру OneBlade Philips, но и также подходит к триммеру для тела Philips BG105. Все достаточно хорошо размещается, надежно и хранится до момента применения, либо до момента использования в поездках, если вы куда-то уезжаете. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Вашему вниманию предоставил данный чехол, который предназначен для триммера Philips OneBlade. Ну и туда же помещается триммер Philips BG105. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.